20 февраля в Министерстве культуры и туризма состоялась встреча с председателем Комитета по зарубежным связям, национальной обороне, исламским вопросам и работе с марокканцами, проживающими за рубежом, Палата представителей парламента Королевства Марокко Али Кабири и сопровождающими его лицами. Министр культуры и туризма Азербайджана Бульфаз Гараев сердечно приветствовал гостей, коротко проинформировал о развитии связи в сфере культуры и туризма с зарубежными странами. Министр отметил, что регулярные встречи на высоком уровне очень важны для установления культурного сотрудничества. Подробно остановился на проблемах туризма. Знакомство с Азербайджаном позволит ближе узнать туристические возможности нашей страны и наладить более тесный туристический обмен, отметил Абафаз Гараев. Министр напомнил, что в Баку уже дважды проходили Дни культуры Марокко, а также Дни Азербайджана в Марокко. Председатель Комитета по зарубежным связям, национальной обороне, исламским вопросам и работе с марокканцами, проживающими за рубежом, Али Кабири выразил благодарность за теплый прием. Отметил, что этот визит позволит определить конкретные приоритетные вопросы сотрудничества и включить их в конвенцию по культуре, которая сейчас находится на стадии подготовки. Гость рассказывал о развитии туризма Марокко, отметил, что за год страну посещает более 10 миллионов туристов, что туристические связи между нашими странами будут динамично развиваться. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.